Всем привет, дорогие зрители, с вами снова я, Элистер. И в этом видео мы разберем Deadplanes.mp4. Не саму оригинальную крипасту, а версию от Vibing Leaf. Самое его популярное творение на канале, которое я уже давно хотел разобрать. Время много занимать не буду, перейдем сразу же к разбору. Видео начинается со спокойной музыки и сообщениями, оставленным игроком по имени Ник. И вот что в них говорится. Здравствуйте всем еще раз, это Ник. Сегодня или сегодня ночью я представляю вам очередную аномальную копию игры. Мне пришлось сделать перерыв в работе над Соником, так как в последнее время он подпортил мое психическое здоровье. Да и Ляма тоже. Но, тем не менее, это интересный случай. Итак, сегодняшняя аномалия – взломанная версия Plants vs. Zombies, которую я нашел на одном из русских сайтов. Оно находилось в папке с названием Z-Plant, вместо того, чтобы называться Plants vs. Zombies, или PvZ. Приложение называлось Dead Plants. Название, мягко говоря, интересное. Ник заходит в игру и вроде бы должна играть веселая музыка из игры, но она изменена на более тихую, зловещую, грустную музыку. И еще мы видим зомби, который тоже изменился. Затем Ник создает новый пользователь, которого он почему-то назвал Фалафель. Блюдо такое есть. Наверное, просто по приколу. И потом Ник нажимает на старт. Но здесь кое-что странное. Из-под земли рука зомби не вылезает. Переводим дальше. Игра работала совершенно нормально, за исключением некоторых моментов, которые очень бросались в глаза. Например, зомби были странно перегружены, а уровни длились гораздо дольше. И действительно, зомби перегружены. Но вообще так их много, прямо как в хард моде. А еще тут зомби появляется с воздуха. Дальше Ник замечает еще одну странность в игре на ночном этапе. И это имена на могилах. Странным было и то, что на некоторых могилах были указаны имена. Например, одна из них носила название Зои Ману. Но это не самое странное. Я бы не стал снимать это видео, если бы этого не произошло. Эта игра была предназначена для кого-то другого. Остальные кадры говорят сами за себя. И сейчас начинается самое интересное. Уровень 5-9. Нику выпала записка, так как и должно быть. Но вот она выпала нестандартно, как в игре. Это записка прямо перед Ником. Он на нее нажимает, и его встречает русское сообщение. Это конец. Удачи. Битва с амбоссом. Все погрузилось во мрак. Игра уже не выглядит так, как раньше. И Нику придется сражаться ужасно измененным амбоссом. Под тихую жуткую музыку. Зомби тоже так же, как и зомбос, были изменены, как и в начале этот зомби. Ник проходит уровень, но он не получает трофей серебряный подсолнух. Кое-что другое выпадает. И это чья-то голова. Дальше идут сообщения уже не от Ника. Почему ты так поступил с нами, Мэтью? Или я говорю с тобой, Динана, моя дорогая?
Прошли годы с тех пор, как я в последний раз видела тебя, мое дитя. Посмотри на себя. Ты так выросла с тех пор, как я увидела тебя 7 лет назад. Ты освободила свою собственную мать. Динана, наконец-то я могу поговорить с тобой после стольких лет. Хочешь последний уровень перед моим уходом, дорогая? Я все объясню в процессе. Твой отец однажды сказал мне, приходится чем-то жертвовать. Я и твой отец были одной семьей, Динана. Все имена на могилах – это имена, которые я помню, тех, кого он оставил умирать. Разве ты не узнала их и не задумывалась вопросом, почему они умерли? Он оставил меня умирать, оставил мою сестру умирать, оставил моего брата умирать, оставил мою мать умирать, оставил мою семью умирать. Все ради глупой войны. Я дам тебе еще один шанс, дорогая. Прости, что покинула тебя. Спасибо, что нашла и освободила нас раз и навсегда. Неверная версия файла. Это было, мягко говоря, интересно. На этом Dead Plains заканчивается. Теперь попробуем разобраться, понять, что же в этом видео происходит. Из видео можно понять, что игрок по имени Ник
находит странную версию растения против зомби на русском сайте и сталкивается с рядом странностей, с такими как визуальными, музыкальными. И геймплейными. Ну и конечно это то, что в игре находятся души умершей семьи из-за какой-то войны. Именно души, а не душа. И дело в том, что этих странностей могло бы и не быть. Возможно, на этом русском сайте была обычная версия игры. Но из-за того, что каким-то образом туда попали эти души, игра и такая стала. Непонятно вообще, как души попали в игру и почему в игру растения против зомби. Но тем не менее, одна из душ, а именно мама Динаны, управляет игрой, чтобы поговорить со своей дочерью в последний раз, перед уходом в иной мир. И это очень грустная и печальная история. Неизвестно также точно, послушала ли сама Динана сообщение своей матери. То есть я имею в виду, что Ник это все снимает как повторная запись. То есть это уже произошло. Но если нет, то как раз таки Ник и освободил эти души из игры. Весь сказанный вывод – это просто мое предположение. Dead Plants от Вабинглифа, как по мне, хорошая и очень грустная крипипаста. Но все же эта история оставляет два вопроса. И это, как души попали в игру и почему в растении против зомби? Возможно, эти люди как-то были связаны с могилами из игры. Либо с лужайкой, либо с растениями, или даже зомби были связаны. Это бы, наверное, объяснило бы, как они попали в игру. Думаю, ответ на этот вопрос мы уже не получим. На этом мое видео заканчивается. Спасибо, что вы досмотрели до конца. Увидимся в следующем ролике. Всем пока и удачи!